Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы незначительно снижаются. Цены на нефть продолжают корректироваться вниз, посему рубль ослабевает по отношению к доллару и евро. И сегодня пара доллар-рубль проведет торги в районе отметки 60 рублей, а пара евро-рубль в районе отметки 63,5 рубля. Пока на рынке нефти будет продолжаться коррекция, рубль будет оставаться в слабом положении.